Буду готовить простой и быстрый яблочный пирог, с которым справится даже такой дилетант, как я. А со стола его сметают за считанные минуты. Понадобится 4 яблока средних размеров. Разрезаем их на четвертинки и потом на небольшие кусочки. Теперь берем форму и застилаем ее бумагой для выпечки. Ее надо хорошо смазать сливочным маслом, чтобы пирог не прилипал. Выкладываем в форму порезанные яблоки и равномерно распределяем их по дну. После этого начинаем заниматься тестом. В миску я разбиваю 2 яйца, добавляю 100 граммов сахара, 100 миллилитров молока комнатной температуры и все перемешиваю. Всыпаю 200 граммов просеянной муки, 10 граммов разрыхлителя и замешиваю жидкое тесто. Осталось залить этим тестом наши яблоки в форме и равномерно распределить его по поверхности. Ставлю пирог в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Как только корочка подрумянится, можно вынимать. Получается очень вкусная шарлотка, которая готовится минут за 10, не считая времени в духовке. Поддержите канал лайком и подпиской. Вам не сложно, а каналу будет огромная польза в развитии. Пишите в комментариях, что думаете о рецепте. И до новых встреч на дилетантской кухне!